Основные социально-экономические показатели Чебоксарского района обсудили накануне в поселке Кугеси. Кугесский ФОК – центр притяжения любителей спорта со всего Чебоксарского района. Здесь работают секции по 16 направлениям, а учеников около 1500 человек. Глава республики Михаил Игнатьев ознакомился с работой комплекса, ответил на вопросы спортсменов и тренеров, а также вручил зачетные квалификационные книжки. Их получили ученики, которые сдали нормативы первого спортивного разряда. Глава региона подчеркнул, необходимо создавать условия для развития массового спорта в муниципалитете. Перед районом стоят и другие задачи. В 2017 году нам необходимо выполнить план поступления доходов и исполнить все принятые расходные обязательства, а также усилить работу по взысканию арендных платежей. Последних накопилось аж на 12 миллионов рублей. Глава республики потребовал решить этот вопрос в кратчайшие сроки. На совещании обсудили и реализацию инвестиционных проектов. В районе эффективно выполняется ряд муниципальных программ. Как итог, высокие показатели во всех сферах жизнедеятельности. К примеру, по росту объема валовой продукции сельского хозяйства Чебоксарский район – лидер республики. В этом году работа будет продолжена. Планируется реализовать еще один 31 проект на сумму более 1,3 миллиарда рублей и создать 295 новых рабочих мест. В районе для создания новых производств имеется 23 земельных участка муниципальной собственности площадью 48 гектаров. В разговоре приняли участие жители муниципалитета. В деревне Анаткиняры уже третий год в ФАПе нет штатного специалиста. Этот участок у нас совмещает медицинская сестра врача общей практики Фомина. И поэтому прием, конечно, ведется в фельдшерском, то есть прием ведется в офисе врача общей практики, ведется выездная работа. Вы не решаете эти вопросы. Принимайте этих людей, отправляйте приказом с Ишлейской поликлиники или с районной поликлиники людей, которые будут находиться там 7 часов или 8 часов по графику. Подводя итоги совещания, глава республики отметил большой потенциал муниципалитета и поблагодарил жителей за достигнутые успехи. Татьяна Леонтьева, Мальвина Петрова, Игорь Зверев, Республика.